В том, что хочется же поймать что-то. Хочется поймать, чтобы не просто так, а чтобы клювало. И клювало что-то поинтереснее, чем лаврушаны. Вот, как-то так. Ольга Николаевна что-то там тащит. На свой пикер Волжанка Optima Evo Pro 2.7. Так, иду, не дочь, не спеши. Не иду, не спеши. Не поднимай. Сейчас убегит. Убегит. О. Опа. Глянь, хорошенький тоже. Глянь, у тебя там какая-то ямочка, такие размер средний покрупнее, чем у меня. Ну реально. Средний размер такой чуть покрупнее. Да, пореже клюет. Ну, клюет, хороший. Запоминай, 28 метров. Угу. 28 метров угол склада. Угу. Да? Угу. Ну, какой хорошенький. У меня поменьше, реально поменьше попадаются. А что, на что ловишь? На опарыша с мотылем. Я уже и червяка ставлю. Покажи. Я уже и червяка ставлю, и все равно размер реально поменьше твоих. Ну, у тебя такие по 300, у меня где-то по 200 клюют. Ну, это даже поменьше, тебе, мне кажется, побольше. Да, это чуть меньше, те были под 400. О, у меня клюет тоже. Давай, снимай. Сейчас, ну я не могу, у меня телефон брать. Я ж тебе разрешаю. Не могу. Ух ты, мать, тимоха. Бля. Тимоха. Чего не насади, хоть пучок червя, хоть мотылей с опарышами, клюет вот такой вот 150-граммовый подлещик. Да какой этот вообще сотка? Бесполезно. Пучками мясо. Что, есть что-то? Пучками мясо насаживаешь, а клюет вот такой. Все равно. Это вообще сапа? Не сапа, подлещик. Что, ты с мотылями или без? С мотылями. Да, это этот вонючий. Моченых опарышей ложишь? Ну вот, я что-то уже ложу. Богиня. Давай, зверя. Сразу сними его, вон он. Лежит на боку, курит. Сишки достал и курит. Смотри, видишь? Сишки достал и курит, лежит. Ну, не килоха, грамм 800. Ну, а ты говорил, что у тебя... Ух ты, есть! Ребята, давно таких не было. Реально, давно таких не было.
Вот такой. 800, наверное, точно есть. Ну, 700, может. 700. Рад? Нет. Так, включаем освещение. Блин, какого червя не насади и сколько червей не насади, я говорю, размер все один и тот же. Но этот чуть крупнее, чуть крупнее. Так. Опа, ну этого я уже просто так не подниму. Без подсачика. Так. Так вот, такой вот дядечка. За нижнюю губу прям в валик. Сейчас, блин, замучаешься вытаскивать. А нет. Вот такой. Так, ну такой размер уже что-то, если честно, поднадоел. У меня тут есть такая темка. О, да, она сплавилась вся. Темка сплавилась. Вообще нет, наверное, можно что-то выбрать. Не-не, можно выбрать. С чесночком пахнет все как положено. Так, два кусочка сальца сейчас насадим. Может быть чего-то. Такие кусочки. Может быть чего-то крупное придет. Сало с чесночком. А, высыпалось. Так вот. Так, ну сейчас сало с чесночком насадим, расскажу, как было. Не поднимешь? О, блин. Нафиг ты таких ловишь, что поднять не можешь. Не можешь поднять, не лови, значит. Хороший. Грамм 400. Нет, ну надо же поменьше. Ну, 350, может. Сейчас посмотрим. А что ты сюда их таскаешь? Нет, не, меньше, меньше. 250 где-то. Вроде как травка здесь. А. Там грязище. Показывай. Он хорошенький. Довольно? Да. Красота неописуемая. Что-то хорошее? Ну-ка. Поднимай потихоньку. О! О, блин, здесь корчи. Давай, давай, отпусти, отпусти, отпусти чуть-чуть. Оп, есть. Да, хороший. Опять такой грамм 400. О, блин. На корицу все пошли к маме. Такие 300-400 грамм. Нормально, молодец. Довольно? Да. Есть, опять выход начался. Мы уже спать собрались. Да, мам? Угу. Тут выход начался.
чуть меньше, чем твой, конечно. Но тоже нормально. А нет, это больше. И больше. Посмотрим сейчас. На твое место любимое положим. Такой же? Угу. Или у тебя больше все-таки? Нет, у тебя чуть-чуть не Губой тряси, да, получился? Ну, так не видно. Нет. Лапа закрывается. Угу. За губу, да. Ну, красота, да, какая, ребят? Вот этот вот логистический центр, походу, какой-то. Ворота, как на логистических центрах, кругом много. Ну все, включаю прожектор. Так. Что там? Ну, средний наш размер любимый. Средний любимый размер. Вот так. Опа. На самом деле рыбы уже много поймали. Даже и не знаю, зачем столько. О, блин. Наманы берем. Вон они там гуляют в садке. Наверное, не видно отсюда будет. Насало, короче, ребята, простояло минут 20 и нифига. То ли сало старое, то ли насало не клюет. Короче, никогда на сало ничего не ловил. На новое, на старое, на свежее, на соленое, с чесноком и без. Не знаю, не фартило мне никогда. Говорят, люди ловят на сало. Да, ловят, говорят. Ни я, ни жена никогда не ловили. Так, ну вот такая красотень. Прикольно. На квивертипно не надо вешать ни светлячки, ничего. Видно его, отблескивает от этого склада. Ребят, ну неплохое что-то. По крайней мере, упирается. А, не. Ну как, 250 грамм где-то. 200-250. У мамки тоже клюет, да, мам? О, блин. Надо срочно этого доставать, а то подсак нужен. Так. Так. Ну давай, держи его, сейчас я. Так, надо этого освобождать. Идти мамкиного доставать. О, блин. Ничего себе. Ладно. Пусть тут лежит. Пойдем мамки нам доставать. Ну
нормальный. Вот такой. Вот такой. Убег. Ну. Сейчас опять надо под сак, чтобы его достать. Он там на этом, на крючке, начал трепыхаться и опять в воду свалился. Сейчас опять надо под сак, чтобы его достать. Будем засчитывать мне два. Так. Вот так. Есть. Два мне засчитываем. Так вот как-то они клюют выходом попарно, блин. И у нее, и у меня одновременно. Потом сидим минут 15. Ни у кого нет. Потом опять фигак. У двоих. Вот вы видели уже второй раз или третий так. Не все просто снимаем еще. Повезло. Мимо кинул. Да. Ну и что, пусть бежит. Вон он. Вон, пошел. Ни одного? Ни одного не засчитываешь? То было два. Слышишь? Засчитать. Ладно. Короче, я ему сегодня такие бутеры делаю. Блин. Червяк. Раз, два, отщипываю один хвостик, чтобы запах был. Еще червяк. Раз, два, отщипываю хвостик тоже, чтобы запах давал. Но это просто два больших червяка. Так, если поменьше, три насаживаю, наживляю. И еще одного опарика, чтобы они не слазили. Вот так вот. Получается вот такая. Такой вот Бургер Кинг. Получается. Вот им нравится. Хотя у мамки клюют на мотыль-опарыш. Ребят, ну сейчас 23:30. Клев как бы подутих немножко. Вот пойдем мы с Ольгой Николаевной в берлогу. Ольга Николаевна, покажи берлогу нашу. Какая у нас берлога? Вот такая. Вот такая. Вот, ляжем спать. Заведу я будильник на 5:30. И завтра опять буду ловить. Ну все.